Наконец, та самая неповторимая вещь найдена. Для товаров, которые можно купить сейчас, проверьте параметры товара, условия доставки и цену и нажмите на «Купить сейчас». Некоторые товары от продавцов-завсегдатаев eBay можно купить сразу. При покупке товаров от других продавцов вас сначала попросят просмотреть основные условия и нажать «Обязаться купить». Сделав это, вы вступаете в договорные отношения и должны будете оплатить товар. Если вы этого не сделаете, запись о неоплаченном товаре будет внесена в ваш профиль, и при повторении случая неоплаты товара ваш профиль будет закрыт на eBay. Потом мы попадаем на страницу оформления заказа. Некоторые продавцы могут предоставлять несколько вариантов доставки, то есть можно выбрать из более дорогих и быстрых, или более дешевых, или даже бесплатных, но более медленных. Также вы можете поменять адрес доставки. Напоминаем, что адрес желательно писать латиницей для ускорения обработки заказа продавцом. Нажимаем «Продолжить». Если у вас есть счет в платежной системе PayPal, вы можете заплатить посредством него. Для этого вам нужно заполнить ваш логин и пароль для входа в PayPal. Также вы можете заплатить при помощи кредитной карты. Заполните соответствующие поля. Номер карты, способ оплаты определяется автоматически на основе введенного номера карты, срок окончания действия карты, номер месяца и последние две цифры года, код CSC для карт American Express 4 цифры на лицевой стороне карты, для остальных карт это последние 3 цифры на обратной стороне на поле для подписи владельца. Этот код указывается не на всех картах Маэстро. Если на вашей карте этого кода нет, оставьте поле незаполненным. Советуем вам создать учетную запись PayPal, и вам не придется вводить информацию вашей пластиковой карты при дальнейших покупках. PayPal надежно шифрует ваши данные и не сообщает их продавцу. Затем нажимаем «Просмотреть» и «Продолжить». Еще раз внимательно проверьте параметры покупки и нажмите «Подтвердить заказ». Ура! Вы совершили покупку на eBay. Чтобы оплатить товары, выигранные на аукционе, нажмите на вкладку «Мой eBay», затем «В ожидании оплаты». Выберите товары, которые вы хотели бы оплатить сейчас, и нажмите «Продолжить». Далее процесс оплаты такой же, как и при оплате товаров с ценой «Купить сейчас».